Всем привет, и это новое видео, и оно будет по игре Motor Depot. И сегодня будет такая РП-ситуация, как вы уже поняли по превьюшке. Сегодня я буду в роли водителя вот такого газа, который работает на РЖД. Ну, я думаю, все знают, кто такие РЖД, что это за фирма. И вот сейчас раннее утро, 7 часов утра. Я уже на полном готове стою. Только что прибыл поезд из Москвы. Вернее, это электричка, как я понимаю. Ну, тут у нее нет никаких так приемников, ничего. Не совсем понятно. Но, по-моему, эта электричка только что прибыла из Москвы. Сейчас уже все вышли, разъехались. Сейчас нужно будет осматривать весь состав. И кто не знает, во время поездки много кто в вагонах ходит в туалет. И поезда делятся на два типа. В некоторых сразу все смывается на рельсы. А где-то все уходит до конца поездки в специальные отсеки, где потом поезд приезжает. Подъезжает вот такой говновоз. И все выкачивает и отвозит на полигон, вот где это все сливают. Вот чем сегодня будем заниматься. Сейчас нужно будет слить из трех мест, из этих баков. Сам в этом, в реальном мире это видел, как это делали. При этом такой очень неприятный запах. Ну, вот такая вот РПшка. Тут прямо на вокзале стоит газик. Вот, посмотрел на ютубе, это еще никто не придумал такую РПшку. Есть очень много, множество всяких разных, но вот такого не было еще. Переезжаем тут прямо через железную дорогу, потому что по-другому сюда никак не попасть. И заезжаем на перрон. Вот так вот. Вот едем аккуратно до самого конца. Так, главное нам не съехать сейчас. Опасненько. Вот так проезжаем. И до самого конца едем. Вот тут, видите, ангар стоит. Ну, сейчас электричка обратно проедет. Поедет, сейчас мы все сольем, ее проверим. И все, можно обратно ехать. Так, тормозим. Вот такая электричка сзади. Вот я немного подальше отъехал, чтобы вам показать. Вот где-то вот в этом месте должен находиться как раз-таки этот бак. Все. Ставим на ручники. Сейчас будем откачивать. Откачаем и перейдем к следующему вагону. Итак, все. Спустя некоторое время. Все откачали. Едем к следующему вагону. Ну, тут вагоны пропускаю, потому что там в определенное место в один бак все стекает. Вот. И сливаем у следующего вагона. Так, спустя некоторое время едем дальше, к последнему. Так, вот тут вот очень аккуратно надо быть. Вот тут уже практически полный газик. Вот, кстати, как видите, у электрички, вот, посмотрите, вот сейчас вот над буковкой D такой треугольник, вот как раз это токоприемники должен быть. Но поворачиваем, он исчезает, как будто не проделан он. Так что, как я и говорю, это электричка. Итак, переходим к работе. Ставимся на ручник и уже встретимся, когда доделаю свою работу. И все. Последний вагон. Из последнего вагона все слили. Сейчас поезд осмотрят. Те, кто этим занимается, а мы поедем все это из поезда в колодец сливать. Ну, специально там на базе есть, куда вот это как раз все сливает. Так, переезжаем через железную дорогу. Выезжаем. Может, Motor Depot это сделают. В принципе, почему бы и нет. Такое делают в реальном мире. Как я уже говорю, сам видел это. И
не раз, причем точно такой же газик это делал. Так, давайте от первого лица. Сейчас поедем. Ну, мы сейчас в городе Серпов. Поедем на базу в Серпове. Так, машин нет. Можно выезжать. Также хотел вас поблагодарить за очень огромную активность под предыдущим видео. Уже скоро 500 просмотров, 24 лайка и плюс 6 подписчиков, даже если не 7. Огромное вам спасибо за это. Давайте под этим видео проявим такую же активность. Мне это очень приятно. Да и канал развивается. Так, поворачиваем. Уже 10 часов практически. Ну, без 10 минут. Вот. И вот заезжаем как раз на базу в Серпове. Поворачиваем. И вот, как видите, колодец тут этот есть. Все, встаем. И отъезжаем назад. Все, сейчас этот колодец откроют. Шланг спустят и все сольем. Ставимся на ручник. И встретимся уже, когда все сольют. Все, спустя некоторое время все слили. И мы готовы ехать обратно. Так, все, поехали. Такой вот небольшой рейс. И выезжаем. Справа машин не было. Можно приезжать. Заправляться нам не надо. Не знаю, электричка ушла уже или нет. Сколько уже? 10:30. Так, вот они Жигули, но она поворачивает. Так, и мы выезжаем. Вот. Я уже не знаю, есть ли смысл в описании оставлять ссылку на MotoredePod в Play Market. Все прекрасно знают, что это за игра, где ее можно найти, скачать. Но я играю на лицензионной версии. Так, поворачиваем. Вот, к тому же у предыдущих видео всегда есть ссылка в описании, так что под этим видео только оставлю ссылку на мою группу и страничку ВКонтакте. Так, электричка еще не ушла, все стоит. Сейчас, наверное, проверят. Но людей тут нет, значит, она уже обратно пойдет. А может, и вообще вон в ангар уедет. Так, и встаем на то же место, где и начали работать. И глушим двигатель. Вот такая вот сегодня получилась РПшка. Думаю, она вам понравилась. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Давайте проявим активность под этим видео, как под предыдущим. Еще раз всем спасибо за просмотры и всем пока.